Да, сели на корточки. Арина будет показывать. Ну, ты нормально ладошки поставь. Ты же была, когда пальцы прям растопырили. Руки чуть шире, чем плечи. Стойка, стульчик, помнишь? Кто помнит? Да, просто вот так, да, и замереть. Все, две ножки сразу. Ножки согнуты, носки натянуты. И раз. Чуть-чуть прогнуться спинки, и тогда будет устойчиво. И два. И три. Ага, еще тянем носочки. И четыре. Шесть. Ну давай, Арина, первый раз показала, так хорошо. И семь. Вот, поймай равновесие. И восемь. И девять. Старайтесь именно двумя ножками. И десять. Сели. Так, у нас тут гости. Пошли. И раз. Оп. Угу. Да, поэтому говорю, упадете на зеркало. Ну, на вас. И два. Три. Угу. Четыре. Так. Пять. И ставим носочки, дотягиваем. Держимся на пальчиками за потолок. Шесть. Так. Семь. Двумя. Вот, Арина, молодец. И стоим. Ну, давай. Ты натянись сильно. Раз. Держишься. Восемь. И две через согнутые опускаем. Девять. Сели. И раз. Вот. В шпагате легче всего стоять. Вот так стойте. Два. Два. Не поднимай вверх, сразу в стороны. Раз, вот какая сура, видишь? Только ты стоишь, давай. Три. И раз, стоим. Так. Четыре. Вот. Ну давай, постой. Чего ты падаешь-то? Не падай. Не соединяй ноги. Стой, а потом согни опять. Да что ты соединяешь? Не, значит, видишь, тебя вот тут расслабило ребрышки. Держи пресс. Четыре. Ну и собрать. Пять. Вот Алиса сделала. Все, с корточек начинаем. Сели. Сели. Легче. Нет, а надо вот то, что сложнее делать, наоборот. Восемь. Раз в стороны. Что там? Девять. Ну давайте, кто постоит долго? Десять. Бабули. Так, теперь пробуем. И раз. Оп, и встала. Да. Делайте в своем ритме. Вы должны сделать 10 в одну, 10 в другую. То есть всего 20. Чередуйте там туда-сюда. А я поснимаю вас красиво. Да.
Оп. Устоять, устоять. Чё? Ну, пойдут скоро. Идите, идите вниз. Он не отдел их, не надел. Так что он так пришел. Оп и оп. Оп. И сделай стяжечку красивенько. А где стульчик-то? Хоба! Это колесо тут делает. Оп. Вот. В другую сторону тоже тренируешь? Айсур. Окей. Постойте, постойте в стоечке. Ну, вот, умничка, хорошо. Алиса. Закончили? Просто стойка с шага. Пробуем максимально долго устоять. Вот давайте тут вашим пробуем. Давай, за счет линии. Вот по твоей этой линии. Давайте, раз, два, три. Алиса одинаково, вот втроем вы сделали одинаково. Спасибо. Раз, два, три. Алиса и Даша. Алиса. Так ты не стоишь, ты ходишь. Ладно, балансируй. Молодец. Закрепим результат. Видите, она ровненько, у нее не, живот не торчит, ничего. Молодцы. Теперь из этой стойки мы делаем раз, два ноги в стороны. Да. Поперечный собрать, поперечный собрать. Ну сколько получится максимально? Один, давайте. Один.
Ну, сейчас сначала один, потом два. Ой, в лесенку можно поиграть. О, у меня два получилось. Главное после шпагата опять собрать. Не, лучше раз, собрать. Два, и три опустила, и потом уже упала. Нет, это но шесть. Надо сдать, заканчивать всегда да, наверх. Хорошо, дальше. Ты шею, наверное, позавчера. Хотя бы один, но правильный. Вперед-назад ножка, вперед-назад ножка. О, Алиса. Нет, я четыре сделала. Да, три сделала. Ой, не падай так. Вот на коленечки не взяли. Теперь падайте. Ну, один хороший был. Ну, молодец. А есть такая штука классная. То есть вы так же ногами делаете, только стоите в мостике. Убьемся.
Но хотя бы один раз. Раз. Давайте только с матом, а то прям на голову упадем. Да, что, на мостике плохо стоим? Да нет, нет, просто... А, ну только если босиком, да. Лицо вокруг себя. Хорошо. Да? Вот правильно. Ножнички, да. Да? Раз, и ножнички. Вот, хорошо. Молодцы, молодцы. Алиса колесо пошла делать. Да? Тут снизу прыгает. Тихо, тихо. То есть вам всем в эту сторону, да, удобно? Да. Все. Ну, для общего развития в другую тоже надо попробовать. Невысоко, хотя бы чуть-чуть. Ножка назад, да, вот это назад. Вот по полоске руки ставь, у тебя вот полосочка. Назад. И, ну и поменяй ножницы. Нет, на другую приземлись ногу. Да, поменять ножку. Раз и меняешь. Два, два. Так, только руки ставь не вот так, а вот так. Медленно у меня получается. Да. Не ту ногу начинаешь, другую. Хорошо.